Hey everybody, welcome to Hard Hitting Journalism. Right now I'm joined by Пид, by Сам Даянг and by Simple. And, ребята, у нас во втором помещении ваши сокомандники, там Электроник, там Перфекта, и мы должны придумать к ним им два вопроса каждому, но такие вопросы, типа, не по ЦСу, именно, может, из повседневной жизни, которые, может быть, им будет немножко вот неловко отвечать. Они вот включат эту стесняшку и будут сидеть, просто краснеть и, знаешь, типа, себя так чувствуют. Предложение? Ну, у нас есть такой мем в Нави, что Илья это не мем. Встречается с Тони. Это не мем. Это не мем? Это официально. Это все официально. Это мем, но просто правду знаем только мы, как команда. Поэтому первый вопрос, Илья. Когда и как произошло ваше первое свидание с Антониной? Второй вопрос будет у нас адресован Денису. Я бы хотел спросить, что бы ты выберешь, Денис? Глютен или свинина? Денис ухаживает за волосами, можно спросить его рутину утреннюю ухода за волосами. А для Ильи? О, точно, он любит рыбачить. Самая большая рыба, которую он когда-нибудь ловил. Не, ну это знаешь, тогда он будет им нахвастаться, но от этого не будет краснеть. Он будет какой-то, знаешь, это будет вот глаз, она была такого вот размера. Ну, может, самая ужасная рыбалка в его жизни. Не, как? Как поймать рыбу на крючок? Как поймать рыбу на крючок? Ну, да, это такой интересный вопрос. Это же не просто рыбу поймать на крючок. Но будет мне еще чуть-чуть неуютно. Так это можно же как-то задуматься. Это ж ну, не только настоящую рыбу. Девушек рыбками называют. А, ну вот тогда можно. Как поймать рыбку? И такой серебенький фейс. Как поймать рыбку? Хорошо, ладно, давайте пойдем проверим. Ребята, ваши сокомандники подготовили вам несколько вопросов. И я хочу знать на них ответы. Вы готовы? Нет. Вы верите, что они подготовили хорошие вопросы? Нет, сомневаюсь, очень сомневаюсь. Хорошо, первый вопрос. Перфекты. Илья, когда и где у тебя было первое свидание с Антониной? От кого вопрос можно узнать? От твоих сокомандников. Окей. Не было его. Не было? Нет. Как так? Они же они сказали, что вы встречаетесь, что все официально. Не буду отвечать на этот вопрос. Не будет. Ну ладно. Они ладно. Лучше знают. Они лучше знают. Ну тогда я значит так все сказал. Официально. Они не хотят афишировать просто. Они, а, ну да, ну я понимаю, типа low-key и все такое, да, типа, да. Все, чтобы не было проблем. Ну понятно, хорошо. Они еще сказали то, что ты увлекаешься рыболовлей, да? Вопрос: как нужно поймать рыбку? Как именно? Ну как? Ну, рыбку. У тебя спрашивают, братан. Поэтому я и хороший рыболов, я не рассказываю секреты. Ты не рассказываешь. Не расскажешь секреты, как ты смог пойти сходить на свидание с Тони? Какой, блин, зачем вы это спрашивали? Сказали, что ты краснел. Так я уже красный. Ладно. Это все, ты отстрелялся, все. Я мне страшен. Денис, если бы на этом свете не существовало ничего, кроме глютена и свинины, что бы ты выбрал? Глютен. А можешь как-то объяснить вообще ситуацию, почему глютен и свинина? Ну, потому что я не ем свинину и не ем глютен. Я бы точно не выбирал свинину, я бы выбрал глютен лучше, есть какие-то кашки. Кашки? Да. Ну, кашки-то кашки. Ладно, еще один вопрос. Они говорят, что ты довольно много времени тратишь с утра, чтобы вот сделать свою прическу. Расскажи про свою утреннюю рутину, вот как ты этого добиваешься? Что ты используешь? Так, ну я встаю. Встаешь. Примерно, если у нас ранний сбор, встаю часик за полтора. За полтора часа? Да. Иду, соответственно, в душ, и там уже начинается... В душе? Что? Нет, после душа. В душе начинается подготовка. На самом деле все довольно-таки просто. Ты выходишь из душа, я беру всегда фен, так быстрее и проще. Потом я беру пасту. Пасту. Ну не зубную. Не зубную, конечно. А зубную? Да, конечно, да, зубное делаю. Вот и секрет. Вот в чем секрет. Нет, беру пасту для волос. А, это как типа. Это не гель? Там есть разное просто. Ну, он так называется. После этого я беру лак для волос. И получается такая прическа. В общем, на самом деле это занимает очень много времени каждое утро.
Я задумываюсь над тем, чтобы сделать что-то другое, покороче, возможно. То есть, допустим, перед поездкой ты как бы подготавливаешь такой, типа, не знаю, кулечек, мешочек, да. такой да. там прямо вот такой, типа, фен, нужно паста, все такое, да? Да, да. У тебя бывали такие, может, ситуации, типа, кризис, когда, типа, что-то вот заканчивалось, такой, ну все, ребята, я не могу идти на сцену? Нет, не было такого, я подготавливаюсь заранее. Спасибо, ребята, отличный ответ. Порция кринжа получена. Спасибо всем. Мы пошли. This was another episode of Hard Hitting Journalism.